Сьогодні ми будемо розповідати вам секрети різних смаколиків, а саме кондитерки на швидку руч. І з цього приводу до нашої студії завітала кулінар Альона Тимотенко. Доброго ранку! Доброго ранку! Пані Альона, у нас вже такий величкий асортимент на столі. Що ми сьогодні будемо готувати? Та ще й на швидку руку. Да, ми з вами вчора договорювалися о том, що у нас сьогодні будуть сладості. І от моя любима тема – це учити творити людей. От із того, що є, особливо мені дуже подобалось, Нікіта вчора сказав, треба щось швидко, дуже сладеньке, дуже вкусненьке. Давайте посмотримо, що у нас є, да, щоб ми розуміли, який у нас асортимент. І я вам покажу кілька простих, замечательних сладостей іменно для утра. А ви, шановні, нотуйте, встигайте за Альоною, щоб увечері також повторити, зробити цю смакоту. Ну, смотрите, что у нас есть. У нас есть немножко творожка, у нас есть немножко сахара, естественно. У нас есть фрукты, ну, мы потом будем по ходу дела разбираться. У меня остался, вот я недавно готовила торт, у меня осталось немножко бисквита. Я покажу с ним, что. Что у нас есть? Ну, у нас есть еще немножко сгущеночки, если что, мы ее добавим. Если у вас дома есть вот еще сметана и масло, я вам буду об этом рассказать. А, да, забыла. Покажу вам удивительный вот прием один, который очень редко используется кулинарами, но очень простой, очень замечательный. У нас с вами сегодня еще будут немножко семечек. Давайте мы сначала семечки смолим, да, на кофемолочке. Вот это нехай человек этим занимается. Вот это нехай ИД занимается насиньем. Я вам покажу вот три основных приема, что можно сделать быстро, просто с фруктами. Вот эти блюда, которые мы с вами сегодня сделаем, они прекрасно подойдут для завтрака. И вы можете сделать такой простой, вкусный, замечательный фуршет, когда вам вот пришли гости. А, да? То это у нас реально будет такой фуршет? Это да. Не будет там в дома человека да. Нагодувати, нам выстачить нет, на гостей? Ну, у нас с вами, вот у нас вот дома было парочку бананов, допустим, яблочки. Вот, ну, а позавчера так, готовила бисквиты. Вечер открыла, забыла зайти до магазина, да. Все, что знайшла, зараз да, будем с того. Да, я людина-сусід. О, Боже, він знову дістав свій перфоратор. Так, що ми зробимо? Ми зараз зробимо. Я вам покажу кілька простих бутербродів на фруктах. Ми зараз поки наші печенюшки уберемо. Надзвичайно печиво, я так розумію, топлене молоко, так? Наверное. Чи взагалі можна будь-яке брати? Давайте вот так. Там ювілейне дуже популярне. Вот, ми зробимо банани. У нас з вами будуть зараз бананові бутерброди. І що з ними будемо робити? Сделаем? Ви їх сделаем... виклали зараз зірочкою. Да. Вот у нас красивая основа для бутерброда. Что мы делаем? Первая основа у нас будет. Теперь мы делаем начинки, да? Вот как бы что мы положим на этот наш замечательный бутербродик. У нас есть творожок. Замечательно. Мы сюда положим немножко. Добавляем немножко сгущенки для сладости. Ого, о, то не забагато. Замечательно. Ну, у нас а калорійно буде? Буде калорійно? Калорійно? Але це ж сніданок. Який сніданок? Гості прийшли, ти що, щоб більше нічого не з'їли, тільки оце їх йдуть. Так, що у нас ще? Давайте ми сюди додамо немножко апельсинки. Апельсинка, ми взагалі-то краще, щоб вона нам не дала. От смотрите, у нас плівочку будемо знімати. Довольно жидкая, да, вот получается основа. Если у вас творожок густой, это было бы, конечно, немножко лучше, но у нас будет такой. Тобто все ж таки ви наголошуєте на тому, що потрібно купувати домашній на ринку в бабусі, а не в магазині? Не обов'язково. Не обов'язково. Ми зараз додамо немножко вот для того, щоб у нас творожок немножко гуще став. Все, у нас вот такая замечательная сладкая основа. И мы вот сюда выкладываем. Что с фруктами работа? А мы сейчас с вами будем несколько видов делать. Вот смотрите, вот наши первые замечательные, красивые банановые бутерброды. И мы их с вами украсим такими простыми, желтенькими апельсинчиками. Посмотрите. И шпажку туда, и все, и нехай едят. Так. Зрозуміло. Теперь, что еще мы сделаем? Еще один приемчик вам покажу. Вот, нам Никита смолол семечки. Любые. Насиня с подсолнечником у нас есть. Жареные были, не жареные? Так, жареные. Жареные. Все можно, не жареные. Можно любые другие орехи. Любые абсолютно орехи. Вот мы сейчас с вами тоже возьмем их немножко, да? И добавим тоже у нас. Если у вас есть сметана, фруктовое масло, что-то еще, ну, у нас вот сегодня с вами йогурт простая можно такая выкористовывать так-то на диете? Йогурт, конечно, конечно. Смотрите, йогурт, если вы умеете делать сами, то он у вас будет плотный, домашний. Вот такая у нас с вами получается, смотрите, очень вкусная. Ну, это мне нагадывает торт Наполеон чем-то. И это замість сыру можно добавить також на наши банановые канапки. Конечно, вот смотрите, мы их
кладем вот такие красивые, получается. Це геніально просто. Замечательные. Боже, а я собі голову ламаю, люди. Як прийдуть гості, а в мене в холодильнику нічого нема. А у нас нема. Вот еще с вами кружка. Смотрите, так, и мы ее сейчас вот красивенькими долечками сделали, да? Совершенно простые. И поставили в наши. И вот у нас, смотрите, зеленый цвет, а рядом жовтенькие. Ну давайте для красоты, у нас есть немножко красненького. Да, у нас есть персик або нектарин. Це нектарин. Це нектарин. Ну, у нас є мохнатий, він поголився. Ну, а добре. У нас є печиво, да? Так. Робимо надрібки його. Сейчас, да. Розмолимо немножко. Розмолим. Знаєте, я зараз себе відчуваю, от реально у нас гості на прозі, і ми тут на кухні так, просто ми зашиваємося, ми все так швидко зараз намагаємося зробити, щоб всім сподобалось. Так, давайте, давайте я буду. Роби, що, що ти стоїш? Це я можу стояти. А я поки підготовлю нашу красиву основу. Так, у нас с вами получилось, смотрите, три цвета, да? Так, червоного не вистачає. В нас там трошечки є, тому, в принципі, можемо додавати. Ну, і давайте сделаем, что мы. Смотрите, вот у нас была вот такая, да, смесь, а мы сейчас сюда же еще и порошок добавим. Да, чтобы вы понимали, что можно творить из всего совершенно. Вкус получается другой, очень оригинальный. Вот, и вот такую основу сделаем. Еще можно джему додать, варенье какого-то? Можно джема, можно любых фруктов мелких. Так, я сделал, руки я мыв, если что. Так. Все нормально, люди мыть руки. Вот у нас печиво. И мы сюда добавим все ту же наш творожок. Угу. Если у вас дома есть сметана, добавьте сметанки. Если вы хотите послаще, добавьте сгущенку, либо просто сахар молотый. Мы сейчас сделаем. Нам нужно сделать такую основу пастообразную, да, чтобы она у нас спокойно намазывалась на наши бутербродики. Вот. Вот, сделали все просто. Ну, вы потом, у вас будет больше времени дома, вы и больше. Ваші гості зачекають, в принципі, нічого страшного. Поки чоловік буде розважати анекдотами, цікавими історіями, жіночки, ви встигнете зробити такі бутерброди? Поки вони натіскають вашого кота, розумієте? Поки там Барсик буде всіх розважати, ви встигнете, шановні панянки, все це зробити. І так, от у нас чотири замечательних. Залишилося додати лише фрукти. Сюди фрукти. Що у нас ще по цвету є, яке красиве. А тут ми давайте зробимо кілька, а ми зробимо асорті. Да, асорті. Слухайте, лише так от швиденько, за декілька хвилин у нас на столі вже є фруктові бананові канапки із різними начинками. Ми зараз з вами перериваємося на рекламну паузу. Ні, ми їсти не будемо, ми вас дочекаємося обов'язково. А потім розкажемо ще дуже багато різних кулінарних секретів смаколиків. Дочекайтеся! Привіт усім, смачний Донбас Лайт. Знову в ефірі. Ми повернулися і продовжимо з вами готувати смаколики, а саме із нашою гостею Альоною Чумаченко, кулінаром, яка сьогодні навчає нас, як дуже легко, просто, швидко. Гості на порозі хочуть їсти, а у вас у холодильнику геть мало харчів, але багато фантазії. І ми готуємо різні фруктові, солодкі смаколики. А я продовжу займатися справжньою чоловічою справою. Я буду з цих печива робити пісок. Вже за декілька хвилиночок ми зробили фруктові канапки, вони в нас уже є, і зараз Альона нам буде іще демонструвати іще одну страву. Ну, ви ж не будете зустрічати гостей з одною тарілкою? Сейчас я вам покажу несколько простых фруктовых салатов. Их можно кушать по утрам. Это вообще самый идеальный завтрак для любых вот и диет, и всего остального. И также это прекрасный десерт, когда у вас вот все те же гости на пороге, и мы им уже приготовили канапе, и теперь мы их встретим салатами вкусными. Что самое важное в фруктовых салатах, это разная нарезка. Вот из одних и тех же фруктов. У нас сегодня их с вами немного, да? У нас есть бананы, у нас есть апельсины. Кто у нас здесь, мы говорили? Груша нектарин. И нектарин. Четыре фрукта. Просто разумеется, у нас такая родина, одна жінка, і два чоловіка, і вони все з'їдають, вони все змітають, у нас нічого в холодильнику не залишається. І от ми із одних і тих же фруктів можемо готувати кожен день совершенно різні салати. За счет чего? За счет того, что мы будем к ним добавлять разные добавки, использовать. Вот у нас сегодня есть специи, я потом, если у нас будет минутка, я покажу вам, какие прекрасно специи подходят именно для сладкого, и за счет разной нарезки. Вот посмотрите, мы сейчас с вами сделаем меленькую нарезку, да, и смешаем все наши фрукты. Вот, очень меленько. У нас вот нектаринчик наш, мы его меленько режем, постараемся. Ну, дома вы не будете торопиться, мы ограничены временем эфира, так поэтому... Так кто знал, вы знаете, вот. Мы же и будем. Хотя да, да, если вот они прямо уж совсем на пороге, и муж уже с ними обо всем поговорил,
Вот так мы сделаем. Смотрите, что интересно. Если вы, ну, не то чтобы не следите за своей диетой, но вам не принципиально, вы едите в сладкое, вы можете добавить сахар, сахарную пудру добавить. Не знаю, что за диета. Він насипле, вот. Знаєте, скільки кілограм, і кто-то, кто-то против категорически, например, сгущенки, да, сгущенного молока. Если вы не против, вот такой салат можно заправить сгущенкой, сгущенным молоком. Но я вот сейчас покажу самый диетический. Сейчас очень много ко мне вот обращаются, допустим, что не едят сахар вообще, вот совсем никакой. Для этого есть два замечательных продукта. Один у нас с вами сегодня есть, это банан. Из банана можно сделать замечательную сладкую заправку к нашему салату. И мы сейчас это попробуем просто сделать. Просто мы его зараз есть... виделочку у кашу перетворим и все. Так, так. И мы вот этим вот банановым муссом, да, банановой начиночкой мы заправим наш салат. Еще замечательно, конечно, инжир очень сладкий, но у нас его редко он бывает. Финики, они у нас с вами и недорогие, и есть они всегда круглый год. Это будь-який сухофрукты, такой же там курага, ну родзинки. Вот курага нет, курага, родзинки, ні, вони не солодкі. Угу. А вот финики, они сладкие абсолютно. Замочите финики на ночь, утром берете блендер, взбиваете, и у вас получается замечательный крем, замечательный мусс, замечательная заправка для любого фруктового салата, где не будет ни граммочки вредного белого сахара. Итак, все, вот мы с вами сделали вот так вот просто руками, даже если у вас, мне часто говорят, вот у меня нет блендера, вот у меня нет того-сего. Просто у вас есть вилочка, у вас есть вилочка, у вас есть разделочная доска, мы это все очень просто сделали. Вот посмотрите, наш фруктовый салат. Все уже готовый? Все уже готовый. Вот сейчас мы на основе этого салата, давайте мы его вот... Где наша тарелочка, Свет, да? Мы... Втратила вот, тарелочку, вот, да. Ось я. Мы вот этот оставим на пробу, да, мы его вот так сейчас положим. Если у вас есть дома канапе, либо какие-то вот маленькие пиалочки, да, вы можете вот так же, вот как я сейчас сделали, сделали одну основу, чтобы порадовать гостей. У вас праздничный стол, пришли гости, а ничего кроме фруктов дома не оказалось, да? До подій ми вже з вами підготували декілька канапок фруктових, а також ми ще зробили фруктовий салат. Альона, що наразі? Ну, мы продолжаем с вами с фруктовым салатом, да? Вот мы с вами сделали ту основу, которая была у нас заправлена бананом. Мы сейчас, у нас с вами были еще немножко мандаринки, апельсинки, да? Мы их сейчас добавим. Апельсинки, кстати, можно заправлять точно так же апельсинками, соком просто ваш фруктовый салат, но мы сейчас добавим. Я вам замест покажу. Замест звичного ли, так, до звичайного салата? Да, конечно, конечно. Ну, какая аллея? Фруктовый салат, конечно, нет. Фруктовый салат и чем мы добавляем? Вот сейчас мы вам, я вам хочу что показать? Как из одной и той же основы, да, которую мы с вами сделали, мы сделаем несколько разных салатов. У нас с вами здесь был творожок. Давайте добавим еще немножко творожка. Да? И вот сюда фруктовый салат. Вот, уже совершенно другой, разный, так? Красивый. Да, все. Украсите его потом каким-то отдельным фруктом одним, да? Поставите его в отдельную пиалочку, и он составит вам компанию к тому, который у нас уже был салат. Что еще можно? Вот мы сейчас вот эту часть разделим на две. Сделаем. Одну мы заправка. У нас вот с вами тоже была заправка. Здесь у нас орех, сгущенка и творожок. Вот, тоже прекрасная заправка будет к фруктовому салату. А в мене тут, знаєте, є швейцар. У мене зараз свій рецепт. Я тут роблю невеличкі бутерброди із печива та сиру. Я їх просто ось так, дивіться, дві половинки намащу, прокладаю фруктами і все. Так можна? Звісно, звісно. Якщо вам не вистачає, давайте я вам покажу ще один прийом, от раз у нас Света взяла. Смотрите, от ми от так замажемо наш краєшок, так? Можно оставить его таким, вот сюда вовнутрь, допустим, можно положить какую-то красивую, давайте, вот мы, там вот у нас в салате есть, да, допустим, вот, смотрите, вот так красиво сделаете, да, небольшие прикрасы. Это обман для гостя, да. Ніби там дуже багато фруктів. А у нас, Никита, у нас остались, да, у нас с вами остались еще немножко вот орешки. Да, смазанные. Вот, вот, мы с вами вот так вот их прикрыли, да, и у нас будут совершенно вот другие уже. Да, сладости. Вот такие способы, как вы можете встречать гостей и из одних и тех же продуктов сделать несколько разных и по виду, и по вкусу, по форме сладостей. Понятно. А я вам сейчас... Вот тут у нас еще есть очень много специй. Это так. Тоже можно добавить, чтобы трешечки изменить. Да, изменить. Давайте, вот вкусы мы в нашей... Крыло куда? Давайте, у нас с вами было... Три салата. А как же, хто працює, то есть. Як дитина, то на Новый рік. Мы с
Ложечка у меня была, маленькая ложечка. Она уже у Светланки. Так, она уже у Светланки, мы ее сейчас немножко почистим. Вот, я хотела вам показать специи, которые прекрасно подходят для сладостей. Да? Бадьян, замечательный тоник для утра, прекрасно. Анис и кардамон, вот эти три специи утром, пожалуйста, не забывайте про них никто. Дома, чтобы у каждой девочки, у каждой хозяйки обязательно были специи. Они поднимают настроение, они поднимают женскую энергию, улучшают ваш тонус на весь день. Вот эти три замечательные специи. А также еще покажу фенхель. Что у нас це здесь? Корица. Корица – это взагалі просто незаменимо. Мускатный орех, имбирь, гвоздика. Тоже прекрасно подходит к сладостям, но только совсем немножко. Вона у вас мелена на взірочках. Да, у нас здесь все меленое, потому что, ну, нет возможности. Куркума. Куркума мне не очень нравится, ее вкус прям смак во сладостях. Но цвет. Посмотрите, как замечательно. Да, вот мы с вами сейчас к нашему творожку вот сюда добавим немножко куркумы, добавим немножко, давайте, кардамона. У него такой замечательный вкус мороженого. Понюхали. Какой аромат. Да? Ой, люди, вот такий різкий аромат і насправді, ну, звичайно, дуже приємний. Так. Тому я бачу, ви його трошки покажали, каже, що навіть дуже туди він відчуває, до іншої локації. А, він каже, закрити. Що Світланкін бутерброд дуже смачний. Він крайній бутерброд. Світланка, скушаєш інший, з'їж. Вот смотрите, у нас получился вот здесь вот творожок беленький, да? А здесь за счет куркуми получился творожок желтенький. Тобто, вот за счет этого мы тоже сможем... натуральный. Так, вот смотрите, мы им поможем желтым нашим цветом, красивый наш зеленую жвачка грушку, и получится тоже очень красивый бутербродик. Что еще хотела вам показать? Вот у меня остались немножко бисквитов, да, я пекла недавно торт, и осталось у меня несколько бисквитов. Я доїли. Бувает. Остались, обрезали. Ну, тільки в нашій сім'ї такого не буває, ми все скоро і вот ми із них... підмітаємо. Тому бачите, я завжди голодна. Із того, що у нас є... Стронка. Смотрите, что мы сделаем. Чтобы бисквит наш пропитался получше, ну, если у нас здесь нет противников сгущенки, да? Тільки мы... союзники. Звученко. Добавим немножко творожка сюда. У нас получается такой немножко жиденький основа. И мы его просто пропитаем вот цією. Да, а давайте мы еще сюда добавим банана. Боже, ви на ходу все вгадуєте, я з вами не встигаю. Вот сюда мы добавляем бананчика немножко. А давайте еще раз уж так, Света или Никита, помогите нам. Давайте, вот отсюда нам выжать сюда надо немножко выжати? Сока. Так. Це ж чоловіча справа. Та Никита аж до мене долетіло, молодець, вичавив. Я щедрий просто. Посмотрите, вот такая у нас замечательная основа заправочка. И мы вот этим... Котику. Смотрите, мы пропитали наши... Давайте мы будем складывать их сразу на тарелочку, да, чтобы у нас красиво, да, смотрелось. Вот сюда. Дуже круто. Мы их поставили. Та не давай Толіку, він не буде. Друзі, ви зараз це не бачили, не бачили, але там реально... підкидує оператору на наші бутерброди. А він буде ловити. Зловив. Головне, що вони їдять, а я зараз свиною захлинуся і доведеться швидку викликати. Відкачувати потім мене. А ну вам потрібно. Котик Микитка. Я буду підгодовувати. Що, смачно? Молодець. Так, и что у нас тут вышел еще один? Це начинка. Вот смотрите, вот наши салаты можно использовать как самостоятельное блюдо, да, мы их поставим на стол в красивых пиалочках, а их можно также использовать и в торты, и в наши канапе из бисквитов. Вот мы берем один салат и кладем его сверху. И, в принципе, я так розумію, канапе це подаються, ну, ось прямо так ми поставимо на стіл. Конечно, а якщо ми зробили ще різні начинки, так само, швиденько чоловіку гроші в магазин, печиво якогось набрати, або там, я знаю, бісквітиків, і на стіл просто ставимо бісквіти і ці начинки. Нехай самотужки намащують, кому що подобається, і їдять. Да, да, як один із способів подачі к столу. Ну, от смотрите, у нас осталось с вами. Никита у нас очень долго и працював, да, он у нас сделал очень много, смолол нам замечательно вот печенье. Чтобы оно у нас не пропадало, я вам покажу, у вас очень простые конфеты, но мы их все знаем, да, с детства смешали печенье там с чем-то еще. А мы вот с вами из того, что у нас есть творожок. Мы кладем творожок. Да? Давайте мы туда же прям, что у нас есть? Ну, нашу сгущеночку, раз она у нас сегодня с вами была, мы ее добавим.
Света, у нас найдется какая-нибудь тарелочка, чтобы мы выложили туда вот эту нашу красоту. Будь-який каприз. Так. Вот, смотрите, перемешали. Вы можете, вот сейчас я вам покажу, вот как можно тоже сделать очень интересно. Вот у нас есть основа, да, она уже мягенькая, она формируется очень хорошо. Так, руки, правда, негде мыть, но ничего. Вот смотрите, мы... Це натяк нашого керівництва про те, що... Шановне керівництво, нам немає де помити руки. Вот смотрите, ми взяли вот такую основу, положили в неї, вовнутрь. Сюрприз. Фрукт. Сюрприз. Закрили. И котлета по-киевски майже готова. Майже. И вот нашу такую красивую конфетку, ну, мы можем сделать любую форму, и взяли ее в наших семечках, вот которые у нас ой, есть. Ой, си пам'ятає то ті цукерки картопля. Так, да. Вот это принцип тот же це самый. Це тістечко картопля, вона взагалі так робиться із різних кондитерських відходів, правильно? Да. Там коржі, які не вдалися, так. Ті, що зламалися, майже так само, якщо ваше не вийшло, потім можна робити картопельку. Тістечко минулося. А ми з вами ще зробимо з бананчиком внутрі, да? І ви можете обволакувати її от таким замечательним у нас на вот сімечко. Сімечко. Або оберіг, да. Так? Да. Можна ще. Да. Що ще? Якщо ви додаєте от сюди, у нас з вами нет. Ну, я вам покажу сам принцип, да? От смотрите. Можете добавить немножко масла, сливочного масла, просто мягенького. Выложите ее в форму, на какую-то вот формочку, да, вот на любую. Вот. Положите потом в холодильник, и потом вы можете нарезать любые красивые, я не знаю, у меня же фантазии сейчас не хватает, любой формы, да, зирочки, круглышечки. Корж. І да. Потім вже з холодильника дістати, він трошечки підмерзне і можна його порізати. Да. І ще буде красиво і прекрасно. Ці вироби, які саме із тіста, ми їх будемо залишати в такому вигляді. А ось такі канапе, які ми зробили, просто я реально рекомендую, шпажки додайте, і нехай там самотужка, ваші гості все це будуть робити. Тож давайте підбивати підсумки. На столі у нас сьогодні були. Декілька видів фруктів. Микита Єгін, Світлана Попова. І Альона Чимаченко. Це головні інгредієнти нашої страви. Сьогодні у нас була грушка, був нектарин, був апельсин, банан, трохи печива, трошки згущенки, багато спецій, якісь залишки з холодильника, там, типу тортики, які не доїли, а також був у нас ще сир. І з цього ми отримали, увага, три салати. Чотири салати, дві начинки також потім, тістечка і канапе просто незліченно. Чотири види канапе. Чотири види канапе. Ну, навіть п'ять, якщо вважати ось цю грушу замечательним жовтим творожком. Вибачте, ми її рахувати не будемо. Її вже немає зараз. А, немає. Ех, руки-ножиці в тебе. Пані Альона, дуже вам дякуємо за те, що завітали, розповіли стільки надзвичайно багато різних, дуже крутих секретів приготування різних смаколиків, коли у холодильнику просто кіт наплакав, а чоловік не пішов до магазину, потрібно якось викручуватися. Саме тому потрібно нотувати всі ці рецепти, які ми сьогодні робили. І потім у вас буде дуже круто. Нагадую, що сьогодні ми кулінарили разом із дуже класною, файною панянкою Альоною Чумаченко.